же должны что-то сделать. Я лучше буду голодать, чем съем еще хоть одну эту кошмарную реку. Если у нас... На шахте работы полно, если ты ее ищешь.
Странно думать, что в этих чертогах когда-то жили древние норды. Отойди от меня подальше. Нет врага отвратительнее, чем ходячий труп.
чувствую взгляды рассерженных духов. Нам здесь не рады. Да. Ты говоришь правду. Конечно. Все написано в записке. Доброго пути. Немногие рискнули бы проникнуть в эти руины. Нехватку мудрости ты компенсируешь храбростью.
Говори. Конечно. Может, ты сможешь мне помочь? Не знаю, что там в шахтах случилось. Конечно. Да вроде бы так. Будь. Осторожнее. Не знаю, что там в шахтах случилось, но Крестси снова улыбается. Я никогда не видела его таким счастливым. Спасибо. Вот, это тебе.
Давай больше не будем об этом говорить, ладно? Говорить со мной, пусть приходит сам. Это не от твоего... Ой, батюшки, прости, пожалуйста, Гелдис. Я слушаю, что он сказал? Сказал, что будет ждать тебя там, где вы встретились в первый раз. Сказал, ты знаешь, что это значит. Конечно. Спасибо. Шахты открыты. В лавке снова покупатели. Спасибо тебе. Добро пожаловать в клуб «Пьяный неч». Лучшей суджаммы тебе нигде не найти. Не подмажешь, не поедешь. Будет спокойной хорошо. Дороги. Солстейм все еще опасное место. Я работаю на Магрула. Если какие проблемы, обратись к нему. Предупреждаю сразу. Не стой у меня на пути, и мы с... Ладно, только в этот раз. Ладно. Телдрин Сиро, наемник. Если найдутся деньжата, я к твоим услугам. Подчиняйся нашим законам. Не то жди беды. Не знаю, кто прислал тебя, но теперь у нас появился прочный фундамент. Ладно, только в этот раз. Не забывай, у меня много всяких зелий и ингредиентов. Вдруг что понадобится. Нищета? Я тебе покажу нищету. Будешь у меня дерьмо не чем стен бастиона оттирать. Ты чтишь истребования? Это видно по твоим действиям. Мы этого не забудем. Да. Ты здесь, чтобы помолиться или воздать дань уважения нашей родовой гробнице? Да. От тебя, да. Азура, Мифала и Баэтия. До встречи. Служи дому Редоран, или не служи никому. Мы с тебя глаз не спускаем. Но ведь не весь остров покрыт пеплом, знаешь ли. На севере целые ледяные поля. Обратись к капитану Гьялунду, если хочешь. Обратись к капитану Гьялунду. Если хочешь на борт.
То, что днем далеко от нас. Он все блин. Глаза наши были слепы. Если потребуется лекарство, обратись к моей жене, Милоре. Все начинает налаживаться, жизнь возвращается. Возможно, я тут и задержусь. Ладно, только в этот раз. Кулоны Восточной Имперской компании повсюду разбросаны. Так что ищи везде, буквально под каждым камнем. Здесь. Не стоило сюда приходить. Thank you.
Что это было? Ты что-нибудь так и есть.